Здравствуйте, церковь. Для меня привилегия быть с вами. Мы продолжаем тему, которая очень ценна сейчас — ангелы, демоны и вы. Если бы мы говорили только об ангелах и демонах, это было бы лишь теоретическое обсуждение. Это все равно, что говорить о диете и упражнениях. Но если я скажу «диета, упражнения и вы», вопрос быстро становится личным. Когда мы говорим об ангелах и демонах, то должны начать с того, что они участвуют в нашей жизни, независимо от того, осознаем мы это или нет, верим в это или нет. Реальность такова, что они связаны с нами. Мы уделим немного времени, чтобы понять роль ангелов, их влияние на нашу жизнь и как нам принять их. Это не так страшно, как кажется. Духовный мир реален. Он так же реален, как тот вирус, с которым мы боремся несколько месяцев. Библия говорит, что ангелы — служебные духи, которых посылают на помощь спасаемым. Если мы приняли искупительные дела Иисуса, мы — целевая группа помощи ангелов. Это хорошие новости. Слово «ангел» в Ветхом и Новом Завете означает «посланник». Это посланники, которые помогают спасаемым. Они играют важную роль в Писании, в Ветхом Завете — в жизни и служении Иисуса, и в Новом Завете — особенно в Откровении. Мы будем исследовать эти места. Доставайте свои Библии и блокноты, а также открывайте свои сердца. С помощью Духа Божьего мы увидим, какая помощь доступна нам с вами. Без ангельского вмешательства нет истории Иисуса. Если из сегодняшней проповеди вы должны запомнить что-то, так это то, что без ангельского вмешательства нет истории Иисуса. Если вы думаете, что выполните свое задание от Бога без помощи ангелов, то откуда у вас взялась эта идея? Не из Писания. У нас столько вещей и ресурсов, которые призваны помочь нам. У нас лучшая система здравоохранения в мире и лучшие возможности для обучения наших детей. У нас хорошие дороги, много транспорта, проще доступ к общению, чем у других людей за всю историю общества. Нам легко представить себе Бога в качестве дополнительного компонента нашей жизни, но вы не можете позволить себе такого, если верите, что в вашей жизни есть задача от Бога. Что это не просто ваша жизнь, а жизнь, которую Бог доверил вам и которую вы должны принести ему в качестве дара. Можете не сомневаться, что для этого нам понадобится помощь ангелов. Ангелы приходят во время подготовки к появлению Иисуса. В Евангелии от Луки, 1 главе, в самом начале Евангелия от Луки, священник Захария служил в храме. Они служили по очереди, был его черед, и когда он служил, как сказано, явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился. Это не было обычное событие. Смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Это вечное духовное существо обратилось к Захарии так, чтобы он понял. Они знают много языков. Это стоит знать». Он мог наговорить на телефон, а затем дать Захарии прочитать, но, думаю, нам бы сказали об этом. Итак, когда Захария увидел его, то смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, ибо услышана молитва твоя. И жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». Они были бездетны и молились о ребенке. Это соответствующая молитва для людей в браке. Ангел сообщил, что Елизавета зачнет, и сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, жена моя». Он мудрый человек, понимаете? На тот случай, если Google слушал его, он сказал, что она в летах преклонных. Ответ ангела привлек мое внимание. Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил». Это один из архангелов Божиих. Я один из самых сильных ангелов, я Гавриил. Я нахожусь в присутствии Божьем и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим. Они сбудутся. Мы читали ранее об ангелах в псалмах. Они слушаются голоса Его Слова. Мы проводим уроки Божьего взросления для детей. Один из главных их принципов — послушание с первого раза. Мы хотим, чтобы дети сотрудничали с родителями с первого приглашения, а не с 12-го. Я уверен, что Бог ожидает того же и от нас.
Захария не знал, был ли это Гавриил или Фред. Он не различает и не распознает. На нем нет таблички. Ничто не говорит о том, что он уникален. Но когда он ставит под сомнение послание Гавриила, фактически Гавриил говорит ему: «Ты знаешь, кто я?» А ответ на это: «Нет, я не знаю. Я Гавриил. И предстаю перед Богом. И поскольку ты не поверил, тебе лучше немного помолчать». Когда он вышел из храма, то стал немым. Это длилось несколько месяцев, пока не родился его сын, и его не спросили, как же его назвать. Ему дали табличку, и он написал на ней «Иоанн». Теперь он верит. Но Гавриил еще не закончил. В Евангелии от Луки 1 главе чуть ниже говорится: «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога, а в город Галилейский, называемый Назарет». Назарет — это город, а Галилея — это местность, к деве обрученной мужа именем Иосифом из дома Давидова. Имя же деве — Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Нам знакома эта история, потому что нам знакома история Рождества. Но роль ангела в появлении Иисуса крайне важна. Если смотреть на большую картину, то в критические моменты Божьей истории, в Писании, в ключевых его моментах, мы видим ангелов. Когда есть потребность в том, чтобы передать послание ясно и четко, без лишних промедлений, в этом участвуют ангелы. В прошлый раз мы рассматривали Ветхий Завет, Евангелие от Матфея, первую главу. В этот раз мы видим не Марию или Захарию, а Иосифа. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Почему Иосиф решил поступить именно так? Она беременна. А он в этом не участвовал. Конечно, мы с вами скажем, что это Дух Святой, но это прозвучало бы весьма странно среди подростков. Сверстники не поддержат тебя. Нет трудов на эту тему. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Иосиф упустил бы возможность от Бога, если бы не помощь ангела. Это была проблема доверия. И никакое объяснение не могло бы преодолеть эту пропасть, кроме как послание вне времени. Потому что тогда объяснения не было. Друзья мои, нам нужна Божья помощь. Зло не должно влиять на жизни наших детей, на их эмоции. Оно не обратит внимания на нашу организацию, на наши ресурсы. Оно не прислушается к лекциям или политическим партиям. Единственное, к чему прислушается зло, это к высшей силе. А единственная сила, которой оно прислушается, это сила Божия. И она приходит через Церковь Иисуса Христа. И на нашей страже случился этот упадок. Нас отвлекли. Нас заинтересовали другие вещи. Достаточно ли у них всего? Отдыхают ли они достаточно хорошо? Учатся ли они достаточно хорошо? Мы думали, что все схвачено. Мы даже не представляли, что сила Божия доступна для нас, что она необходима, что благочестие, святость и чистота действительно важны. Мы вели себя расслабленно со всем этим и оказались в ситуации, когда наших детей начали истреблять. «Не бойся принять Марию, жену твою. Не бойтесь встать за благочестие. Не бойтесь быть защитником праведности, святости и чистоты». И все это не заканчивается на приготовление. Далее идет рождение Иисуса. Ангелы участвуют в нем. Это важный момент. Мы также посмотрим на ангелов.
далее в книге Откровения. Но прежде чем перейти к книге Откровения, мы должны понять, что ангелы участвуют в подготовке текущего поколения к тому, что делает Бог в это время. У Луки мы читаем знакомый фрагмент рождественской истории. Послушайте, какой была роль ангелов. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осенила их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел: «Не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Это звучит так романтично. Я немалую часть своей жизни кормил животных. Друзья, место, в которое вы кладете сено для лошадей и коров, это совсем не место для младенца. Поверьте мне. И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Мы совершаем одну ошибку, которая связана с нашим ограниченным воображением. Мы думаем, что Иисус всего 33 года провел с человечеством, родился в Вифлееме, был распят в Иерусалиме, вознесся на небо в первой главе Деяний. Мы думаем, что Иисус прошел через небольшой временной портал, чтобы взаимодействовать с нами. Но на самом деле Писание показывает, что Иисус работал с нами от начала бытия до конца истории. Мы можем поговорить о работе Иисуса с нами до воплощения. Мы можем поговорить об Иисусе, когда у Него была земная оболочка. Сказано, что Он научился послушанию через страдания. Мы можем поговорить об Иисусе после воскресения. Человеку Иисусу Христу пришлось преодолеть смерть, взаимодействуя со своими ближайшими последователями. Мы также можем поговорить о работе Иисуса после Вознесения. В Деяниях, 9 главе, Он пришел, чтобы привлечь Савла из Тарса. В Откровении 1 главе Он пришел, чтобы встретиться с Иоанном, своим лучшим другом. Иисус участвовал в истории с первых глав Бытия и до конца Откровения. Мы должны открыть свои сердца. Ангелы празднуют, потому что Иисус явился нам во времени. Радостная новость для всех людей. Мессия пришел на землю. Ангелы провозгласили это с такой радостью, что распугали пастухов. Они приносят силы и обновления в нашу жизнь. Так было с Иисусом. Матфея, 4 глава. «Я старался расположить все в хронологическом порядке, но не совсем. После крещения Дух повел Иисуса в пустыню, где Он постился и молился 40 дней. Его искушал сам дьявол, сатана. Сказано, что под конец этих событий Он проголодался. У Матфея сказано: «Тогда Иисус говорит ему: „Отойди от меня, сатана, ибо написано: „Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи“». Тогда оставляет его дьявол, и вот ангелы приступили и служили ему. Истории Иисуса нет без ангельской помощи. А вы думаете, что сможете закончить свою Божью историю без помощи ангелов? Правда? Вы считаете себя умнее Иисуса, сильнее и мудрее? Он молится в Гефсимании, он на пределе. Друзья не помогают. Им даже не хватит смелости, чтобы продержаться с ним этот вечер. И он знает об этом. Он напрочь один. Это Евангелие от Луки, 22 глава, 42 стих. Вы знаете первую часть: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да пребудет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его. Ангелы приносят силы и обновления вам. Мы проходим такое время, в котором я ежедневно сталкиваюсь с истощенными людьми, эмоционально, телесно и духовно. Это непростое время. Мы должны понять, что есть ресурсы, которые доступны нам для обновления и укрепления.
Евангелие от Матфея, 26 глава, показывает нам возможности и доступность ангелов. Иисус был в Гефсимании. Его схватили и арестовали. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Это Петр. Пусть Бог благословит его. У него был меч, но он не особо владел им, он не целился в ухо, они пришли арестовать самого удивительного человека в мире, а он лишь попал в ухо. Просто вспомнилось. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч мечом погибнут». Это правда. Или думаю, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов. 12 легионов. Римский легион состоял от 3 до 6 тысяч солдат, а тут 12 легионов. Он мог призвать тысячи ангелов и потрясти мир людей. Они готовы и доступны. Как бы ни были они рады заявить о его рождении пастухам возле Вифлеема, они были готовы действовать в тот момент. Тогда Гефсимания была бы другой. Но он сказал: «Я должен сделать это». Ангелы участвовали и в его воскресении. У Матфея мы читаем в 28 главе. «И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем». Я не думаю, что Богу нужно было, чтобы ангел отвалил камень. Землетрясение могло сделать это само, но ангелу хотелось отвалить его. Это мое мнение. Об этом не сказано в тексте. Можете не соглашаться со мной. Они наблюдали за распятием Иисуса и хотели поучаствовать в следующей главе. «Дай мне сдвинуть камень. Я хочу хотя бы глянуть на тех солдат, что охраняют гроб». Уверен, они не забыли их выражение лиц. Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Они прикинулись мертвыми. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес». Вы ощущаете, как волна пошла по небу? Тысячи и тысячи ангелов начали говорить: «Он вернулся». В следующих проповедях мы поговорим об ангелах в Откровении. Ангелы будут помогать Иисусу в конце времен. Первое послание Петра: «Иисус, который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы». Где Иисус? На небе с ангелами, посланниками. Это духи, которые служат нам, и они покорились нашему Господу и Царю, нашему великому первосвященнику. Можете не сомневаться, что Он участвует в том, что происходит сегодня на земле. Ангелы исполняют Его повеления, потому что они служат Ему. Они посланники от Его имени. Они исполняют цели Божии в нашем поколении. Мы не можем говорить: «Ну, я не знаю, верю ли я во все это». У Матфея сказано: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» В тот момент это была теоретическая дискуссия. Кто-то мог сказать: «Если я приобрел весь мир, то что может быть лучше?» А затем Иисус показывает нам причину: «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими». Когда увидите Иисуса во всей славе Царства Божьего, то даже если вы покорили мир и все в нем, это померкнет в сравнении со славой Божьей. Так зачем же мы идем? «И тогда воздаст каждому по делам его». Иисус постоянно связывает свое возвращение с собранием ангелов, которое придет с ним. Они участвовали в этой истории от начала и до конца. И когда наступит конец этого века, они должны будут сыграть важную роль. Мы не осознаем этого, но так было не всегда в церкви. В Деяниях ангел зашел в тюрьму и вывел Петра, которого должны были казнить на следующий день. Ангел пришел и за
забрал его. В истории церкви были сезоны, когда верующие понимали, что им нужна помощь ангелов. Ангел пришел к Иоанну в откровении, и он сказал: «У меня есть послание для тебя о том, что будет». Ангел пришел к Даниилу, когда тот был рабом в Вавилоне. Он сказал: «Бог высоко ценит тебя. Я принес тебе информацию. Я верю, что мы недалеки от кульминации времен. Нам понадобится помощь от ангелов. И она нам доступна». Давайте откроем второе послание Фессалоникийцам. Первая глава, 6 стих. «Ибо праведно перед Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую. Вместе с нами в явление Господа нашего Иисуса с неба, с ангелами силы Его». Далее, Матфея, 13 глава. Буду заканчивать на этом. Иисус рассказывает притчу о зерне и плевелах. Обычно ее называют притчей о сеятеле. Но в греческом используется слово, означающее конкретный сорняк, который похож на пшеницу. И когда вы смотрите на поле, то не можете понять, где пшеница, которую вы пытались вырастить, а где сорняки, которые пытаются забрать ресурсы. Я считаю, что здесь не говорится о благочестивых людях и язычниках, но о всех тех, кто будет прятаться под общим зонтом, называя себя людьми веры. Тогда ученики попросили объяснить смысл этой притчи. И приступив к нему, ученики его сказали ему: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий». Иисус активно действует на земле. Мы должны открыть свои сердца. Он не оставил нас одних в первой главе Деяний. Поле есть мир. Доброе семя — это сыны царства, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их». Кто имеет уши слышать, да, слышит. Ангелы будут исполнять Божьи цели в конце времен, когда наступит их время. Они здесь, чтобы помочь нам сейчас. Мы не одни. Давайте закончим молитвой. Отец Небесный, спасибо за обеспечение и за искупительные дела Иисуса. Благодаря Его пролитой крови мы очистились, освободились, получили искупление и прощение. Дух Святой, мы приветствуем Тебя в наших жизнях. Дай нам открытые уши и сердца, чтобы принимать все, что Ты приготовил для нас во имя Иисуса. Пусть Бог благословит вас. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Я хочу рассказать вам о новом инструменте, о книге под названием «Выпуская силу Святого Духа». Это одна из самых недопонятых сфер нашей веры. Иногда мы относимся к Духу Святому так, будто бы Он вмешивается в нашу жизнь, и мы этому не рады. Но Иисус сказал, что нам будет лучше, если Он уйдет и пришлет нам Духа Святого.
Цель этой книги — помочь нам, с вами, познакомиться с личностью Духа Святого и пригласить Его в нашу жизнь. Вам не нужно держать Его на расстоянии вытянутой руки. Он ваш помощник и адвокат. Он — сила Божья, которая всегда с вами посреди всех жизненных трудностей. Дух Святой никогда не заставит вас делать то, чего вы не хотите. Не нужно Его бояться. Вам просто нужно познакомиться с Ним поближе. Вы знаете Иисуса, имеете представление об Отце, но вам также важно знать Святого Духа. Вот для чего была написана эта книга. С первых и до последних глав Библии Дух Божий и сила Божия взаимосвязаны. Это почти синонимы. Всем нам в какие-то моменты жизни нужна сила Божия, чтобы получить нужный результат. Это тема новой уникальной книги пастора Аллена, основанной на его учении «Высвобождая силу Духа Святого». Сделав пожертвование, вы получите книгу «Освобождая силу Святого Духа. Связанные проявления». Откройте безграничный потенциал взаимодействия с Духом Святым. Звоните по номеру, указанному на экране, или заходите на наш веб-сайт. Спасибо вам за поддержку служения Аллена Джексона. Вместе мы изменим мир. Мы бы хотели пригласить вас на наше служение в выходные дни. Здесь вы найдете множество дружелюбных людей, захватывающее поклонение, удивительные встречи, и вместе будете изучать Слово Божие. Здесь есть что-то для всей семьи. Вы можете прийти в субботу в 5 вечера или в воскресенье в 8 и 10 утра. Многие наши зрители приезжали в Теннесси, чтобы лично посетить служение с пастором Алленом. Мы были рады встретиться с вами, услышать ваши истории и вместе поклониться Господу. Если вы собираетесь приехать в церковь World Outreach, мы сделали все, чтобы вам было легко запланировать визит. Заходите на страницу «Посетить» на нашем сайте. Там вы найдете информацию об аэропорте, отелях, времени служений и других вещах. Когда приедете, сообщите нам, какое служение вы планируете посетить, чтобы пастор Аллен поприветствовал вас. Кроме того, так вы точно будете знать, будет ли он на тех выходных, на которые вы собираетесь приехать. До и после служения вы можете посмотреть кампус, пройтись по книжному магазину и взять кофе, чтобы немного отдохнуть. Теперь как никогда легко получать новые проповеди от пастора Аллена с нашим новым приложением. Вы можете смотреть ваши любимые передачи, когда и где вам удобно, участвовать в онлайн-служениях. Вы можете слушать записи служений, использовать обучающие инструменты для развития своей духовной жизни. Также вы можете присоединиться к нашему плану чтения Библии. Читайте или слушайте. Вы можете стать нашим партнером, помогая распространять Евангелие. На любом устройстве просто введите в поиски приложение «Служение Аллена Джексона». Ищите наш фирменный значок. Скачайте наше приложение и вдохновляйтесь Словом Господа нашего.